Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня рассмотрим особенности коляски Valco Baby Snap 4 Trend. Не пропустите выход нового ролика. Для этого активируйте колокольчик и подпишитесь на канал. Под видео в описании вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. Буду благодарна за поддержку. Пишите комментарии и ставьте лайки. Основное преимущество модели Snap 4 Trend – используемая ткань TaylorMade. Она не скользит и не промокает. В сиденье, выполненном из такого материала, ребенку будет комфортно даже в жаркое время года. Рама выполнена из облегченного анодированного алюминия. Шасси шириной 53 см поместится в любой лифт. Небольшой вес коляски около 8 кг и возможность быстро и компактно ее сложить позволяют брать Valco Baby Snap 4 Trend с собой в любые длительные путешествия. Все сварные швы на раме теперь прикрыты пластиковыми заглушками. В сложенном виде коляска стоит самостоятельно. Для большего удобства предусмотрены ручка и ремешок для переноски на плече. Боковой фиксатор защитит от случайного раскрытия. Инженеры продумали конструкцию, чтобы коляска складывалась сиденьем внутрь. Большой размер корзины позволит взять на прогулку нужные детские игрушки или привезти домой покупки из магазина. Удобная ременная система позволит разложить спинку под нужным углом до 175 градусов. Подножка регулируется в нескольких положениях. Достаточно нажать на боковые кнопки. Даже длительные прогулки не доставят малышу неудобств, так как спальное место с поднятой подножкой просторное и длинное. В капюшоне предусмотрено смотровое окошко и дополнительная четвертая секция. Благодаря ей капор увеличивается до размера XXL и надежно укрывает маленького пассажира Snap 4 Trend от палящего солнца, сильного ветра и осадков. Задняя часть капюшона крепится к коляске на липучке. При необходимости она снимается и коляска проветривается. Во вместительный карман на молнии можно положить необходимые мелочи, например, ключи, телефон или влажные салфетки. Пятиточные ремни безопасности с плечевыми накладками легко устанавливаются на нужную высоту, в зависимости от роста ребенка. Регулировка пахового ремня особенно пригодится, когда малыш одет в зимнюю объемную одежду или когда ребенок становится старше. Поворотно-откидной бампер дополнительно защитит кроху от случайного выпадения из коляски. Специальный ремешок на ручке коляски Valco Baby Snap 4 Trend, который одевается на запястье, не даст ей внезапно укатиться. Большие бескамерные колеса из полиуретана не боятся проколов, практичны и долговечны, быстро и просто снимаются для чистки. Ножной тормоз находится возле задних колес, их диаметр больше передних. Прогулочной коляской Snap 4 Trend будет удобно пользоваться родителям любого роста благодаря регулируемой ручке. В ней также расположены кнопки, нажав на которые коляску легко собрать. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Все дополнительные вещи надо докупать. Невертикальное положение спинки. Стучат колеса. Люфт ручки. Отсутствие амортизации. Теперь перейдем к положительным. Это лучшая и проходимая коляска. Удобство складывания сиденьем внутрь. Огромный капор. Качество сборки и материалов. Маневренность. Возможность установки надувных колес. Подходят для высоких родителей. Корзина не трется о тротуары. Дизайн. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Надеюсь, вы провели время с пользой, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».